Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор шестого каталога Faberlic. Расскажу вам про новинки после длительного использования. Итак, поехали. На обложке у нас сразу с вами новая серия Miss Skinny, очень интересная на самом деле. Пользуюсь ей продолжительное время, есть что сказать. Что понравилось, что не понравилось. Понравилось все, девчонки, кроме блюр-крема. Так, где он у нас с вами? Вот, крем-блюр, 749 рублей, совсем не бюджетно. 30 миллилитров, здесь у него оттенок. Во-первых, есть у него есть оттенок. Он светлый, он мне не очень нравится, он выбеливает лицо. Кто любит такой эффект, попробуйте. И он ощущается на лице. Вот это мне не понравилось. Поэтому я прохожу мимо, может быть, до расходу, но, скорее всего, даже и не до расходу, потому что прям вот, прям никак. Сыворотка для кожи лица, сыворотка для кожи вокруг глаз. Обе очень понравились. Здесь такой флакончик, как капельки глазные. И также, собственно говоря, вытекает. Средней густоты. Все отлично, все нормально. Очень понравился крем для кожи вокруг глаз. Он заполняет морщинки. Я попробовала на своей лобной морщинке. Он действительно заполняет. Удобный такой кончик. Слегка такой, знаете, как бы обмотанный в мягкую такую, не знаю, ткань, что ли. Он твердый, но вот, видите, аппликатор кушон. Но он не кушон, он твердый. Просто сверху небольшое количество такой вот мягенькой ткани. Поэтому, в принципе, достаточно удобно. Ночной крем, дневной крем тоже понравились. Но вот если сыворотки нормально, то кремы из этой серии лично мне на лето будут тяжеловаты. Здесь в составе есть масла. Поэтому я бы вот больше порекомендовала для сухой возрастной кожи, для нормальной, может быть и нормально. Но вот у меня сейчас нормальное, на лето я такое не хочу. Крем с SPF дневной. В отличие от серии лета, он гораздо легче ощущается на лице. И, в принципе, носить можно. Носить можно, если припудрить какие-то места, то все нормально. Я, допустим, вот припудривать не люблю, поэтому тоже. Я допользую его сейчас весной, а на лето у меня другой продукт, который матирует, который на лице невесом. По поводу линейки Омега Хит, очень бюджетная базовая линейка. Я вам уже рассказывала, что могу ее сравнить по ощущениям вот с линейкой Love. И очень крутая умывашка. Будут желтые ценники. Вот умывашку прям рекомендую, особенно обладательницам жирной кожи. И на лето, и на весну восхитительно. Она умывает до скрипа. Не сравнить ни с одним гелем Faberlic. Вот для меня лично. Я не очень люблю гели, но все их попробовала. Вот этот могу сказать, что лучший. Вот именно гель. Пенки, да, я про них сейчас молчу. Поэтому рекомендую. А так, я говорила, что тяжеловато на лето тоже. Но вот, знаете, дневной крем после хорошего ощущения, очищения впитался и после себя следа не оставил. То есть вполне себе нормально. Вот сейчас взять можно. И даже не могу сказать, вот что лучше. Да, от Miss Skinny, конечно, эффект получше. Но это достаточно тяжелая линейка на холодное время года. Это вот чисто для моей кожи. А так, конечно, надо пробовать, смотреть. Шампуни эти не брала, потому что у меня от них чешется голова. И наоборот, не перхоть, как бы, да, а шелушение появляется. Поэтому вот, эту новинку я тоже мимо нее прохожу. Я имею в виду шампуни, вот эти разноцветные, Серэксперт. Мне подходит только кристальное очищение черный, больше ничего. Пасты две для випов только были. Мы с вами попробовали розовую соль, мы с вами попробовали на матчу сакуры и гамс не было. Пасты неплохие, вы знаете, пока вот ими чищу, не повышают чувствительность, но это попозже только, я могу сказать, это все не сразу происходит. И несмотря на то, что мне не понравилась на вкус паста с солью, с розовой солью, да, в процессе чистки нормально, но матча лучше. Вот матча даже Ксюшке понравилась, она сказала, о, как здорово, интересно. Смотрите, у нас в этом каталоге будет акция. За каждые 999 рублей у нас будет купон на скидку 50%. Применять мы с вами будем их уже в седьмом каталоге. То есть обращайте внимание, если вам 10-20 рублей, 50 там не хватает до получения одного купона еще в заказе, да, то лучше немножечко там что-то еще взять. И чтобы сумма была кратная 999 рублям в ценах каталога. То есть со скидкой получается меньше. Поэтому вот за этим следите, смотрите, когда будете оформлять заказ. Это на самом деле важно. Так, Global Oxygen, вот сейчас классно на весну, кстати, уход. И Океанум тоже достаточно такая легкая линейка, тоже можно. Гиалуронка уже может у кого-то вызывать высыпание. Это сама гиалуронка, не то, что это продукт какой-то там плохой, она на это способна. Тут либо она у вас вызывает высыпание, либо не вызывает. Нужно смотреть и наблюдать за собой. Карбокситерапию
Хорошая цена, но здесь, смотрите, первые два шага. Третий шаг все равно маска отдельно будет. Это за два шага 799 рублей. Сейчас на весну можно, и летом ей можно пользоваться. Программа классная, очищает, освежает лицо очень хорошо. И дарит такую, знаете, упругость. Green Karma, в принципе, тоже нормальный уход на весну, можно присмотреться. А вот жирной кожи прям дневной крем, кислородный баланс матирующий. Это самый матирующий крем Faberlic. То есть вот легче его и по матированию ничего нет. А можно присмотреться к линейке ICU, гиалуроновому гелю алоэ. Но здесь не надо не переборщить. Если вы переборщите, у вас будет липкость на лице, и вы будете его ощущать. Совсем чуть-чуть разносим, и он прекрасно себя ведет в летнее время года. Прям просто замечательно. Также и N4W, если у вас нет каких-то возрастных проблем, то эта линейка тоже прекрасно подойдет. Эксперт, многие продукты уже могут быть тяжеловаты. Пилинги. Мы от них отступаем, чтобы у нас с вами не вылезали пигментные пятна. Доктор Кор я эффект не увидела, скажу сразу, поэтому я эту линейку всегда пролистываю, ничего вам про нее не говорю. Вот у нас уже с вами летние новиночки, и крем Мискини гораздо легче, чем вот этот крем. Вон он у меня есть, был с 30 SPF для лица, да? А он еще антивозрастной, нет, у меня обычный был. В общем, гораздо легче линейки лета. Линейка лета очень тяжелая. Ее вот только на море я рассматриваю. Никак не на повседневный какой-то уход в черте города. Вообще нет и нет. Желтые ценники на ботанику. Масочки. Вот эти маски искрящиеся уже по 189 рублей никто не берет, девчонки. Мне они не нравятся. Во-первых, я не вижу эффекта. Во-вторых, вот эти блески застревают в пушковом волосе на лице. И их потом вообще очень тяжело отмыть. Также мне не нравятся маски тканевые, потому что они оставляют заломы на лице. А так бы, конечно, набрала с удовольствием. Но нет. В классной цене будет пудровая помада. Здесь практически все оттенки крайне удачные. 229 рублей со скидкой консультанта, там рублей 170. Шикарная помада за шикарную просто цену. Она действительно пудровая. Она как бархат на губах с матовым финишем. Вообще великолепная. По финишу очень похожи они с вот этой помадой. С жидкой матовой. Да? Она у нас будет с вами по... Скидочки не будет, дорого будет. Они по финишу похожи. Такой бархатистый матовый финиш. Очень-очень-очень приятный. Туши. Вот у нас водостойкая тушь для ресниц. Синенькая для любителей. Будет по 299 рублей. First Class тоже по хорошей цене, моя любимая. Да, в принципе, везде сейчас на туши нормальные цены. Тени. Кто-то просил у меня отзывы на тени. У меня очень много роликов с тенями, в том числе и с жидкими. Я их обожаю, пользуюсь ими. Они мега стойкие, потрясающие. Надо кисточкой просто растушевывать, чтобы ничего в кортку не застывало и выглядело достойно. Запеченные тени тоже великолепные. Мне кажется, их лет на 20 хватит. Это вот любимчики прям. На той страничке это прям любимчики. Праймер для губ появляется. Я знаю, девочки его давно ждали. 329 рублей, 280 где-нибудь. Да, 270 со скидкой консультанта. У меня еще в запасе один есть, я его обожаю. Он идеально разглаживает губки. Вот просто идеально. Они становятся гладкими, бархатистыми, матовыми. Это не бальзам. То есть он такой вот, ну, матовый финиш, достаточно плотная текстура, идеально выравнивает. Вот знаете, типа блюр крема, блюрит ваши губки, вообще смотрится обалденно. Нормальная цена будет масло для кутикулы и ногтей с Монардо. Я его обожаю, возьму себе в запас, потому что пользуюсь практически на постоянной основе. Оно действительно классное. Желтые ценники на кисти. Дальше у нас с вами парфюмерия, мы ее пропустим, потому что в прошлом обзоре каталога я вам про весенние и позапрошлым тоже ароматы говорила. Серия Aromia пока отходит на задний план, потому что я добавляю ее в основном в увлажнитель, а увлажнитель я включаю только зимой, сейчас нам пока влажности, слава богу, хватает. Буду брать сухой шампунь, закончился. Сейчас любимый у меня Батист, но не очень дорого сейчас стоит. А здесь, смотрите, 199 рублей, 150 рублей. Возьму, скорее всего, для брюнеток. Люблю, когда корни затемненные, хотя он тоже, когда его распыляешь, он корни мои выбеляет. Поэтому не знаю, как вот для брюнеток. Потом, конечно, когда все помассируешь, расчешешь, ничего не видно, но тем не менее. У нас будет очень интересная новинка в серии «Ботаника». Это сыворотка для волос 7 в 1, восстановление питания. А распределять надо на длину, смотрите, да, если у нас вот масло именно для корней волос, то здесь на длину, поэтому возьму, попробуем. Попробуем обязательно и оставлю вам свой отзыв. Гели для душа вкусненькие, все такие желтые ценники. Если вам гели для душа Faberlic вдруг неожиданно сушат кожу, то обязательно попробуйте лакрем.
Под эдиком все нормально, защищают, все отлично, мнение не изменилось. А по хорошей цене будут прокладки, 179 рублей, надо запастись будет ночными. В седьмом каталоге будет акция еще 1 плюс 1 равно 3. Но там практически такая цена и выйдет, потому что там не 179 рублей будет, а подороже. Желтые ценники на крем антипреспирант, то, что нужно сейчас, да, и размягчающий крем-компресс, который очень классно работает. Его нужно нанести на стопы, и можно одеть пакетики, бахилы, носочки, походить так немножко, полчасика, а потом пемзой все удалить. Очень хорошо удаляется, шикарно работает, поэтому вот эту серию я прям просто обожаю. Фитобальзам живицы для тела. Хорошая вещь, но пока вот не было способов, скажем так, ран, воспалений, шелушений и так далее, чтобы его применить. А так он очень неплох, мне кажется. И пахнет он прям живицей. Так, здесь мы с вами все попробовали уже давно. Это уже у нас с вами давно не новиночки. Часто про подгузники спрашивают отзывы. Нам не подошли. Поэтому мы ими не пользуемся, трусиками, потому что даже после одного пописа попа мокрая. Я так ждала подгузники, и меня прям встретило разочарование. По падам что-нибудь тоже буду еще брать и посмотрю. У нас с вами вообще два вышло в линейке, в обычный Фаберлик. Один я сейчас пью, а второго не было для випов. Вот возьму обязательно куркумин, потому что куркума — это вещь вообще, девчонки, ну просто уникальная. Можете в интернете почитать или здесь на страничке каталога. Ну, много от чего, поэтому, да. Вот эту добавку пью сейчас, пью как бы в комплексе с другими, которые употребляю. Все нормально, все отлично, ничего плохого сказать не могу. Порошки буду брать обязательно. По 333 рубля, они, по-моему, с моей скидкой выходят. Надо брать побольше, потому что сейчас безумное количество стирки. Во-первых, после того, как погуляем, сразу всю стирку. Еще вещи активно убираю, перестирываю, зимние складываю, органы возьму тоже обязательно. У нас тут любые два кондиционера по 195, две органы и возьмем, а может быть два разных. Поэтому сейчас стирки просто жутко. Желтые ценники опять на полотенчики. Нормальные полотенца, но тонковаты. Но за 199 рублей плюс ваша скидка за 140 рублей взять полотенчики кухонные на кухню нормально вообще, я считаю. Дешевле надо еще поискать. Так, по-моему, у нас с вами больше новинок в каталоге нет. А нет, тряпочка тоже, она была недоступна для випов. Возьму. У меня есть уже любимые тряпочки. Это не Фаберлик, но на самом деле интересно. Окантовочка у нее такая хорошенькая, так прошита. Все интересненько. Попробую. Цена вопроса как бы, ну, совсем. А, и вот еще губка. Ее тоже не было. Я вот такие вещи, кстати, люблю. Тоже 149 рублей. Я так понимаю, там внутри поролон и сверху вот такой вот материал. А похожие губки я покупала в масс-маркетах, поэтому интересно будет потестировать. Ей вот, видите, такие стойкие загрязнения. Можно сковородки, там кастрюльки чистить. Тут у нас детская одежда. Уже готовимся к лету и так далее. По поводу кроссовок. Ролик подробно есть в Дзене. Прям отдельно снимала. И как раз скоро снимем с Ксюшкой про топик и джинсы. Девчонки ждут, просили. Тоже отдельный ролик. Ну, про топ вот этот типа шелковый, да, который в заказе был. Очки, но новинок нету. У меня практически все эти очки есть, но которые более-менее мне подходят. Да? А хочется какую-нибудь новиночку. Вот здесь очень интересный, красивый, кстати, образ. Можно себе что-то найти. Но вот меня все время пугают футболки, которые вот такой вот вырез. Я их терпеть не могу. То есть под горло. Считай, водолазка практически. Вот здесь вырез хороший, но короткий рукав. Вот что-то все не то и все никак. А так красиво, достойно. Прям вот эта коллекция мне очень нравится. И брючки красивые здесь, и кофточки, и футболочки, и маечки. Все очень здорово. Есть из чего выбрать. Много обуви. Но, кстати, уже большинство разобрали. Поэтому смотрите, следите. Если вам нравится, успевайте. Хороший, очень хороший подарок для новичков. Ночной и дневной крем из серии Мискини. Нет, ночной и блюр. Поэтому есть возможность попробовать его бесплатно. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.